Вот вновь атака Талдыкурганского. Же ты суешь, штанга спасает Тобол. Продолжается атака и пенальти. Вот так вот. Заработал все-таки пенальти. Итак, Джепаров или Непогодов? Разбег. Удар и обманывает сервер Непогодова и спокойно забивает мяч в ворота. 2-2. 2-2 на 80-й минуте. Ну, Тобол сам виноват. Сейчас топ-канал «Эн соңғы футбол» яңғы қарантамаша қылдыңыз. Бізге абуна болин. Этбарыңыз үшін рахмат. Футболдан ұзақлашмай.